души желаем вам сегодня ярких эмоций. Желаем вам удачи и успехов обязательно. 20 команд, около 150 участников и более десятка ярких и запоминающихся номеров. Все это уже ставший традиционным для нашего города марафон аэробики. Перед показательными выступлениями, которые подготовили практически все команды, участникам предложили разогреться на зажигательном мастер-классе. После началось самое интересное – подготовленные номера команд. Многие подошли к показательным выступлениям креативно и не просто под музыку технично выполнили ряд движений, а сделали настоящее театрализованное представление. Одной из таких команд оказался молодежный центр. Уже не первый раз принимает участие в этом ярком, красочном, спортивном и прекрасном мероприятии. А сегодня в очередной раз количество команд показало, что на самом деле марафон аэробики пользуется успехом, спросом у всего города, начиная от детей, заканчивая трудовыми коллективами города. Еще не годом мы все готовимся, и один день нам дает заряда и бодрости на целый год. А команда центра семьи Канский посчитала, что несмотря на говорящее название мероприятия «Марафон аэробики», это совершенно не значит, что показательный номер не может получиться женственным и ярким. Что на марафон аэробики все придут, ну, в традиционных купальниках ярких, таких, так скажу, коротких, в короткой форме. И мы решили, нам нужно удивить и как бы выделиться из всей команды. С удовольствием всегда посещаем такие мероприятия спортивные, заряд бодрости, энергии, только позитива, солнечные, радостные люди, спортивные, и очень радостно всегда здесь быть. Конечно, жюри в этот день было непросто. Каждый участник излучал энтузиазм и желание победить. А сами номера запоминались. Одни своей технической частью, другие с задумкой, а третьи душевностью. В основном в этом году нас удивили трудовые коллективы. Многочисленные они. В целом, ну вы сами видите, всем нравится. Он массовый, очень много зрителей. Я думаю, было бы даже здорово, если бы зрители присоединились туда. Ну и, честно говоря, самой хочется. По итогу марафона аэробики первое место за показательные выступления в своих категориях завоевали школы номер 18 и 19, техникум отраслевых технологий сельского хозяйства и команда лицея номер 1. Но самое главное, что каждый участник получил непередаваемые эмоции и с удовольствием провел субботний день. Юлия Олейникова, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.